кресло стоит. А за окном замечательный вид. И в восхищении от вида такого художнику я позвонил Иванову. Послушай, Алёшин с тобой говорит. Здесь за окном замечательный вид. Так что скорее возьми карандаш и нарисуй мне весь этот пейзаж. Солнце над лесом лучами играет. Дальше деревня в поля убегает. Убегает. В речке коровы забились от мух. Курят вблизи почтальон и пастух. Мальчик квадратный ковер выбивает. Дедушка круглый арбуз доедает. Что там у тебя еще? А далеко-далеко за холмом лошадь телегу везет с мужиком. Ладно, ответил мне Иванов. В среду рисунок твой будет готов. Прошло воскресенье. Среда подошла. И вот мне по почте посылка пришла. А в этой посылке картина лежала. Я посмотрел, чуть неплохо мне стало. Солнце, как в цирке, лучами играет. Рысью деревня в поля убегает. Курят коровы, спасаясь от мух. В речке сидят почтальон и пастух. Мальчик квадратный ковер выбивает. Круглый арбуз старичка доедает. А далеко-далеко за холмом лошадь рысцою бежит с мужиком. Ну и художник. Чего натворил? Я же совсем не про ту говорил. Больше, ребят, вот честное слово, я не здороваюсь с художником Ивановым.